Здравствуйте, меня зовут Алиса, я поведенческий аналитик в Центре прикладного анализа поведения «Мозаика». Сегодня я расскажу вам о программах на внимание и скорость, слэпджек и секретное слово. Цель программы – улучшение визуального и аудиального внимания соответственно. Для того, чтобы приступить к программе, ребенку необходимо уметь сопоставлять идентичные картинки и предметы. Задача ученика – держать картинку, пока взрослый выкладывает свои материалы. Когда ты увидишь кота, положи сверху карточку. В момент, когда ученик увидит такую же картинку, он должен положить свою сверху. Однако, все не так просто, как кажется. У этой программы есть несколько переменных для усложнения. Вот пример некоторых из них. Количество картинок до целевой. Чем больше картинок, тем дольше нужно удерживать свое внимание. Количество карточек у ученика. Теперь нужно следить за несколькими элементами одновременно. Котик вот здесь, классно. Плюх. Давайте чуть потише. И будет. Скорость выкладки карточек. Теперь нужно не упустить момент и успеть положить свою карточку сверху. Еще раз. У тебя пингвин. Когда ты увидишь пингвина, положи сверху карточку. Опа! Мы с тобой нашли пингвина. В эту игру можно играть по-разному. За столом, школьной доской или даже на диване. А также складывать карточки в разнобой или стопку. В игре «Секретное слово» правила такие же, только теперь ученику нужно услышать нужное слово, а не увидеть. На первых этапах мы используем визуальную подсказку, карточку, которая напоминает о секретном слове. На более продвинутом уровне ученик без подсказок должен сохранять свое внимание к речи взрослого и найти секретное слово в предложении или даже в небольшом тексте. Ты слышишь шапка? Позвони. На улице холодно, пора надевать шапку. Для слова поставь клавишу. Отлично. Рядом с моим домом большая стройка. Там все работают с утра до ночи. Начиная играть в слэпджек и секретное слово, делайте маленькие шаги и добавляйте по одному усложнению за раз, а также получайте удовольствие от веселого и полезного занятия с ребенком. Пишите в комментариях, о каких программах вы хотели бы узнать подробнее, и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.